Ну, я не левша. Но... Ну, тут два варианта. Естественно, два. Я не верю, что он сыграл по центру, там, какой-нибудь свечой, вроде не похоже. То есть, или он по линии решил на противоходе поймать, или сыграть коротким кроссом, как Рафа это умеет. Мне кажется, Рафа все-таки должен коротким кроссом такое вводить. Да. Ага. Так, это Новак. Мне кажется, с такого коротким кроссом тяжело. Давай по линии далеко, я не помню, это 2 или 1 было, по-моему, 2. Ребром, небось, каким-нибудь в линию сейчас попадет. Но не ребром. Но попал. Но опять же, мне кажется, коротким кроссом надо здесь обводить. Я, конечно, не знаю, куда он сыграет. Один. Тем более не Шикори двумя руками. Ух ты! Обманул меня. И Надаля обманул.